За полтора года российский рынок недвижимости из перспективного превратился в один из наиболее рискованных. Доходящие до 70% дисконты в офисах, постоянная угроза превратиться в ярмарку ИП для ТРЦ и максимальная закрытость по сделкам во всех сегментах – с таким багажом игроки встречали 2016 год. Для многих собственников помещений 2015 год завершился под девизом «Сдать хоть что-нибудь кому-нибудь», а список бонусов и послаблений для арендатора иногда занимал не один лист. Объем сделок продления и пересмотра коммерческих условий достиг исторического максимума – 566 тысяч квадратных метров. Срок экспозиции офиса банковского, правильно расположенного, составил 9 месяцев. За 9 месяцев его посмотрели всего 20 раз. А в результате мы сдали его всего за 40 тысяч рублей, в том числе НДС, квадратный метр в год. Все соседние объекты стоят в предложении от 80 до 150 тысяч рублей квадратный метр в год. Сделок мы не видим. Ряд объектов, например, в Петербурге, вот в Екатеринбурге, просто не сдаются ни за какие деньги. Спроса нет. В 2015 году топ-5 консультантами коммерческой недвижимости было сдано совокупно порядка 90 тысяч квадратных метров торговых площадей в Москве и Московской области. Самыми крупными сделками аренды торговой недвижимости в Москве и Московской области стали аренда площадей «Мастер Славлем» в ТЦ «Колумбус», компании H&M в галерее «Актер» и автошколы «Онлайн» в авиапарке. Самыми крупными сделками аренды торговой недвижимости в регионах России стали аренда площадей продуктовым ритейлером «Ашан» в «Стар-Сити» Молле Тюмень, лентой в саранском ТЦ «Сити Парк» и кинотеатром «Синема Парк» в «Тау-галерея» в Саратове. Shopping centers are roughly speaking at about 50% to 60% on average of revenue from 2013 to today in dollar terms. Now, the good news is in ruble terms they've almost not changed, but of course the ruble has moved significantly, and then with logistics at least a half is the sag that we've gone down. Большая часть инвестиционных сделок закрыта российскими игроками. Впрочем, сложно не отметить инвестиционную активность иностранных Heinz и PPF. В принципе, инвестиционный рынок в 2015 году сократился с 3,7 до 2,5 миллиардов долларов США. If your rent is halved, the value of your building has more than halved, because also your cap rate has moved down. If I talk about, for example, a shopping center we were working on that was valued at over 400, we're at 150 today. Большинство введенных в 2015 году торговых центров открывалось с высокой долей свободных площадей – 50-80%. Абсолютно все собственники были вынуждены пойти на уступки в коммерческих условиях, предлагая арендаторам номинирование арендной ставки в рублях, скидку на фиксированную ставку с постепенным ее увеличением в последующие годы. Мы знаем примеры, когда арендаторы просто сидят бесплатно, не платят аренду, только бы они не ушли, торговый центр не стал пустой. Нам пока удается удерживать арендаторов путем предоставления им скидок, путем предоставления им бесплатной рекламы и каких-то дополнительных услуг. Собственники готовы падать по цене сильнее, если бы им позволяли это стоящие за спиной банки. Однако сейчас, по сравнению с кризисом 2008-2009 годов, никто из банкиров не торопится забирать объекты за долги. Я думаю, что большого количества таких случаев мы не увидим. Вот. Скорее банки либо будут реструктурировать кредиты, вот первое, так сказать, да, либо будут помогать или там терпеливо ждать вместе с девелопером покупателя, который как-то приобретет проблемный актив и уже будет, в свою очередь, там строить новые отношения с банком. Однако на рынке есть несколько примеров, когда банк все же забирал объект за долги. Например, это DVI Group, который вынужден был Альфа-банку отдать свои активы. Или Исмаилов, у которого ВТБ в счет погашения кредита
также забрал активы. Но эти случаи, они сегодня носят единичный характер, потому что банку нужны не активы, ему нужны деньги. Ему нужен возврат средств. И банки стремятся активно договариваться с девелоперами. В большинстве случаев банк старается любыми способами договориться с девелопером, дабы не обременять себя владением проблемным активом. Банки могут заключить сделку репо, взяв какой-то процент от доли участия собственника или 100% даже с обязательством собственника выкупить через несколько лет этот пакет акций обратно. При этом, видимо, сумма выкупа будет равняться сумме недополученных процентов или сумме амортизации по кредиту. Второй способ – это просто обратить все 100% доходов в погашение кредита и обслуживание кредита. В такой ситуации делать прогнозы крайне тяжело. Однако большинство экспертов признают, что ситуация на рынке не настолько критическая, как кажется некоторым игрокам. На рынке сегодня нет проблемы с отсутствием денег на приобретение. На рынке есть больше проблемы отсутствия адекватного предложения качественных активов с скорректированной стоимостью. Люди ходят по объектам. Инвесторы, покупатели есть, если не каждый день, как минимум один-два раз в неделю люди приходят к нам посмотреть наши активы. Есть спекулянты, да, есть серьезные покупатели, есть несерьезные, но рынок работает, покупатели есть. Имеет смысл говорить о инвесторах из азиатского региона и из Ближнего Востока. И у меня есть четкое основание утверждать, что в 2016 году мы увидим одну или несколько сделок с участием этих инвесторов. Если смотреть формально по объему сделок, 2016 год в плане инвестиционных сделок, я уверен, что покажет рост и движение вперед по сравнению с 2015. А если говорить в рублях, то я не исключаю, что это вообще будет лучший год в рублях за всю историю российского рынка. Где в нынешних условиях искать покупателей-арендаторов? На чем стоит сфокусироваться компаниям в своей деятельности в 2016 году? Как будет вести себя рынок коммерческой недвижимости в новых реалиях?